Так, мы можем, в принципе, проигнорить кое-что, пойти сразу. Я имел в виду вот ее. Что ты сказал? Ты собираешься залезть на дерево? Ты храбрый, не то что мы посылы. Слушай, я помогу тебе. Если ты залезешь высоко и упадешь, я помогу забраться туда снова. Ладно? А не вариант сразу помочь мне туда залезть, а? Не пойду. Да мой брат же. Ты пробовал залезть на это дерево? Раус. Легче. Чё? Как я их люблю, а? В каком смысле, думаю, вы поняли. Тихо! Это что упал? Ай-яй-яй, Диего, стыдно! Неужели ты хотел отпустить их? Диего, кажется, подобрел. Похоже на то. О, Диего, которого я знавал раньше, не допустил бы такого. О, нет, он бы сделал из их костей зубочистки. ВСД, думаю. Ай!
конец. Надо было посильнее стукнуть. А, да, посильнее. Спас... Итак, поплаваем в леденище в воде. Пособираем орешки. Главное не умереть. Ау! Золотой решек. В очередной раз он лоханулся, конечно. Его сожрала вот эта здоровенная рыба. Ну как сожрал? Еще не сожрал. Живы, слава богу. Да, здесь нам надо будет добыть 200 орехов. Тихо-тихо. Здесь хп главное не терять, потому что его не восстановишь. Ну, почти было. Так, язык рыба. Грёбаные пауки. Thank you.
вот, но все равно всех вниз. Сам по себе этот уровень короткий. Нет! Фа. Не достанешь. Остатки и духи умерших рук. Вот. И только здесь помощью какую можно расстановить. Я, по крайней мере, больше не видел. Так, почти прошли. Сейчас мы заставим эту руку нас выпустить отсюда. Зашибись, теперь выпусти меня отсюда. Вот и новенький эпизодец. Вот, пожалуй, на этом я закончу уже. С вами был я, был первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока.